Партнер, Стамбул, 2009 год. Ты не занят? Я собрал все документы, может приехать к вам. Надо проверить и подписать их. Я еду к вам. У меня есть дела, я улажу их и перезвоню тебе. Время не ждет, Джингис. Я-то подожду, но дела ждать не будут. Эти люди ждут от меня ответа. Впрочем, если ты не уверен... Нет-нет, что ты... Тогда через час у меня дома. Итак, пожалуй, начнем. А брат Али не придет? Конечно, придет. У него были кое-какие дела, но он, скорее всего, уже уладил их. Ты вспомнил меня? Я начальник службы безопасности казино. Ты не узнал меня? Ладно. Я узнал тебя. Это главное. Послушай, что я тебе скажу. Такие моменты — мои самые любимые мгновения. Ты вздумал шутки шутить? Ты знаешь меня, да? Сейчас будет то, что я люблю больше всего на свете. Я помучаю тебя, поиздеваюсь над тобой. То есть сейчас мы развлечемся. Как думаешь, сейчас мне весело? Нет, сегодня у меня все мысли об одном. Но я спрошу тебя в последний раз. Следи за своим языком. Чья ты собака? Чья ты собака? Это тоже ответ. Но это неправильный ответ. Значит, ты пес, преданный хозяину. Это тоже ответ. Значит, ты тот, кто решил побороться со мной. Ты развязный. Ничего не боишься. Хорошо. Это тоже ответ. Значит, ты боишься их больше меня? Это тоже ответ. Хорошо. Но это неправильный ответ. Неправильный ответ. И ты сейчас в этом убедишься. Делай, что хочешь. Но ты не остановишь нас. Он расквитается с тобой. Сначала с тобой. Кто расквитается? О ком ты говоришь, придурок? Кто со мной расквитается? Кто расквитается? Кто? Я повысил тебя в должности. Стой! Проучите его как следует и отправьте. Он не отвечает. Тогда это будет наш ответ им. Вы считаете, мы поступаем правильно? В этом бизнесе ничто не делается правильно, Тефо. Ему сегодня повезло. Вот и все. Почему? С меня довольно. Хватит покойников на сегодня.